Что, молится? Ой-ой-ой. Вот сейчас трактор еще надо. Стой, стой, стой. Первая потеря. Вот. Ну давай, Алексей, не подведи. Все. У меня, говорит, машина едет. Ну да, 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 внедорожник у него. Лучше и не скажешь. Прокомментируйте этот. А что, лучше Нивы-то нету внедорожника. Что говоришь? Фиаско. Фиаско, братан. Это фиаско, братан. Ну давай. Да хоть на этом. Пешком. Да не. Не такой проход, оно сейчас скользко. Но, не, не, не поедет, не проедет. Ну его там еще и потащим. Угу. Тут уже надо крик не муратик спускается. Не, пусть не спускается. Пусть назад отъедет лучше. Сейчас попробует пару попыток. Ну давай, Алексей. Дальше надо разгоняться. Нет, чем тяжелее, тем хуже. Да конечно. Я бы, может, и поднялся, но меня вот туда будет стаскивать. У тебя жопа легкая. Да, и я... Так вот. Че, молится? Он обещающий. Сильное заявление. Да, да, да. В дерево не въедь. Но в Омске таких полей не, в смысле косогоров. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот сейчас трактор еще надо. А толкай, Леха, эту, как ее там? И че, Леха, лопату надо? Я твою, кстати, видишь это? Дерево? Да. Надо масштаб большой. Для начала это бедствие и масштаб его большой. Ой, весь насыпал вот снегом. Да сегодня за ночь вытрешь все. Блин, там еще дерево такое. Че, Леха, клиренса не хватило? Нет, все хватило. Все хватило? А че не заехалось? Че не хватило? Может, он у тебя жирненький просто? 3 тонны как-никак. Жирненький он у тебя просто. Моя хоть вернулась назад, а твоя еще и не вернулась до сих пор. А понт-то в этом какой? Че, есть знакомый-то на тракторе-то? На Ниве? Да тут Нивы не поможешь. А к его надо в сторону тянуть? Так надо бензопилу, да и все. Вот и все мысли, что. Или вот просто ломаем его. Под корешок ломаем дерево это и все. А нету пилы, я хотел взять. Пушин. Если только туда вот влево колеса выворачивать и вот так маленько назад и колеса влево. Его может развернет.
А там колея, там тоже он туда не пойдет, тут тоже колея. Леха? Леха? Открой окно-то. Ты, короче, назад отъезжай, потом колеса влево, и у тебя может его сюда утащить. Я попробую. Просто закидывай. Фу, блядь. Лево колеса, у тебя жопу развернет. У тебя гелик был? Так, а это от гелика у него выхлоп? А что ты, зачем гелик продал? Мы тут все мечтаем о гелике, а ты его продал? Влево выверни, а не прямо едь. У тебя жопу не может. А? Нет, я как раз жука я его забирал. А, вот так же? Жук моего Мерса взял, а я у него это... А я хоть оно снимает у меня? Я вышел в интернет с таким вопросом. Да? Это что там происходит? А вот это. Бегат? Бегат. И колеса влево ворачивай, когда назад пускай. Дерево-то вообще 3 копейки, надо ломать его. К нему. Тополей и так много. У него камера же там есть. Есть. Чего, не видит ее? А сейчас почти уже выедет. Вот теперь опять руля влево. Вот назад отъезжай. Еще чуть-чуть. Еще круто не стать один раз. Теперь прямо. Теперь еще и назад не поедет. А сейчас сделал, стоит, стой! Да нормально! В другую сторону выворачивай, другую, в другую, вот так, пошел! А вот оттуда может и стартовать ему? Да что ты, корова? Ну, вот она, чуть-чуть бы ей подкачнуть. Эх, чуть-чуть. Но. А что она, куда снимает? Крышу снимает? А на чем, как она Нива потом вернется? Короче, бесполезно, не выйдешь ты. Да не выйдешь. Короче, не выйдешь, у тебя литр. Oh, man.
Только с горки на такой спускаться. Ну не знаю, ну вот сейчас уже разгон такой серьезный. Че, передача не включилась? А говорит, выезжал? Она хоть ездит. На второй понижник. Ой, ладно, хоть какие-то перчатки в машине будешь, а руки уже отпали. Стой! Стой! Первая потеря. Вот. Глушитель упал. Ну что? Бывает. Что не сделаешь ради контента? Глушитель упал. Теперь не Гелендваген у тебя вовсе. Кто все эти люди? Приключения. Половинка. На нашел себе, нашел. Да, сейчас. Все. Сейчас такой подъем, блин, постоянно сносит, зараза. Ну вот, а ты от нас что-то хотел. У тебя вон какой внедорожник. А у нас что, так, фермерская. Поставишь ты. Шутник. Снимай полностью. Нормально, варежки? Вообще. Все, снимать. Все, пользуйся. Учитель. Дарю. И теплые. Я знаю, что случилось. И тонкие, они хоть что-то можно делать. Поехал я домой. Литру Леха проиграл. Литр с тебя, короче, понял? Вон дети на плюшке катаются с горки. Вообще красота. Ну, ничего не надо. Как лошади? Нет, она максимум плюшка спустит. Что надо это? Трос. Трос? Надо тросом его тянуть. О, вытащил там вот на этой кочке. Надо, короче, тросом, я уже так делал. Надо дернуть его тросом. Майся, нет. А вот сюда Жека, чтобы спустился. Мы через трос, он его дернет. Вот наверх вылай, выезжай туда. А ты вот сюда спустись. Чё? Да я уж понял. Я уж понял. Так, вставать будем. Боком встали.
Назад-то не идет? Так назад куда? Не, так назад вот сюда. Ну как-то попробовать вырулить, чтобы жопой вниз скатиться. А вперед-то точно нет? Раскорячились. Что-то сегодня не твой день. Надо жопу назад стащить. Жопу назад. И это, я покачусь, и ты меня догонишь. Ох, ребята, здесь такой подъем скользкий. Ниву только что раскорячили на подъеме. Наверху поперек поставили. Ну и что, спустили? Жопу назад пришлось толкнуть. Сейчас спускаемся и пробуем еще раз заезжать. Там первая горка, где Нива заехала. Получается, Элька не заехала. Патрон не заехал. Скользко, диагоналка стаскивает. Неважно, сколько у вас лошадей, короче, не заезжает там машина. Ну и патрол тяжелый. Так, будем пробовать еще раз сюда подняться, на эту гору. Посмотрим. Итоги покатух. Гофру порвал вот в этом месте. Она порвалась. Глушитель вниз опустился. Купил новую гофру 56 на 150. Будем менять. Сейчас снимем, переварим, все нормально будет.
Работу завершили. Гофра новая стоит. Глушитель выставили. Все нормально, все четко. На этом заканчиваем.